Чарковне лото. Чарковне лото. Ассаламу алейкум, омадлилар, бахтлилар. Бугун чаршамба, Нава телеканалида жонли эфирдамиз. Саат 19:00 ва Халкбанкнинг Чарковне лото адреси 36-6 уйнини 243-чи утуқлар тиражини бошлаймиз. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие участники лотереи Чарковне лото, игры 6 из 36, очередной 243-й тираж. И вначале хотелось бы отметить, у вас это уже визитная карточка, вот так здороваться. Очень красиво, кстати, поднимает настроение. И вам того же, дорогие друзья, мы начинаем. Рахмат. Демак, бүгүнкү ютуклар тиражыда жамы 295 426 300 ютуклар ойнолады. Общая сумма призового фонда по всем категориям 295 426 300 сум. Ундан биринчи категория боюнча асосий джекпот суммасы 150 484 300 сумны ташкил этеди. 150 884 300 сум. Это джекпот, это первая категория. У нас также есть специальная категория. Махсус категория дейса бүгүн 50 миллионов сум ойналады. 50 лимонов и миллионов сразу. Вы только представьте, какая солидная сумма. И дальше по категориям. 5-ти сонны топкен ойн комбинациялары үчүн ют фондынын икинчи категориясыда 34 035 120 сомлик ютуклар ойналады. И призовой фонд по третьей категории за 4 угаданных числа 60 506 880 сум. И в случае, если победители по какой-либо из категорий будет несколько, то сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. Это железное правило, никуда не деться. А теперь, внимание, представляем вашему вниманию членов комиссии, которые внимательно будут следить за ходом развития тиража. Тангиров Якупжон Давлатбоевич, Халкбанка Маркези Аппаратеды Болим Башлыгы, Хай Атрайсы. Джураева Гавхар Халмуратовна, главный специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Исламов Олимджон Ахмадович, Халкбанка Маркези Аппаратеды Бош Мутахасис, Хай Ат Азосы. А теперь... Опять цифры. Бүгүнкү ютуклар тиражыда ойноштурукчулары томонунан 24 834 билет харит кылынган ва уларда 94 542 оюн комбинациясы кайт этилген. Передаю диск, запечатанный диск, на котором вся выше сказанная информация. И смотрите, внимание, нельзя забыть вот этот момент, это очень важный такой период. Вот и Камола хочет сказать вам что-то, вот. Оматьор Вольсен Хамаге. Начинаем, всем удачи, поехали. Зор кефетта бүгүнкү тиражны башладык азизлер. Потому что вы поздоровались вот так, счастливые. Какое еще слово вы употребляете в начале, когда здороваетесь? Оматли, бахтли. Да, вот это и придает эту приподнятую, приятную, позитивную атмосферу. И 23 первый шар. Биринчи шар ракамы 23. Манышындай зор кайфият бүгүнкү тираж якуниге кадар хамма оюн иштирокчуларыга Нава телеканалын хазыр жанлы эфирде тамаша кылыяткандарга яр болсун. Второй шар 16. Икинчи шар ракамы 16. Третий шар 26. Учинчи шар 26. Четвертый шар номер 4. Ага, төртүнчү шар ракамы 4. Пятый шар, вторая категория 9. 9. Бешинчи шар ракамы. Ва, хозыр чатган шар ракамы бизге джекпот сахыбыны аныклашке ярдам берди. 6 из 36. 36. 6-нчы шар ракамы. Дыккат кылыйм биз. Яна бир бор ракамларны такрорлаймыз. 23, 16, 26, 4, 9, 36. 23, 16, 26, 4, 9 и 36. Отметьте, посмотрите внимательно. А вдруг вы заберете сумму свыше 150 миллионов, а это сразу сами там конвертируете. Я не буду ничего подсказывать, и можете даже сделать огромные планы. Мы дождемся, когда мы узнаем результат по первой категории, потому что мы не уходим. Почему? Чунки, 7-чи бонус шары халы алдында бар, унда эсе 50 миллион сом ойналады. За раз. Биз эсе хазыр натыйжаларын кутамыз. Колумузга жетип келиши менен элон кылабыз. Илхом бир нерсе окуп калдым якында. Так.
Агар омадым күліп боқмаса чы деген жүмлі бар ку? Так. Шу ерді агар болмаса чы деген жауап берілген екен. Агар сөзі болмаса чы. Шын үшін лотереяге масылап айтмақчыман ки, омад фақат өзіге, омадге 100% ишонгенлерге күліп боқады, қайсыдыр маңады. Шын үшін агар, башынгі оқшаш яны екеләніш сөзлерін ішілепмайын, мен ғолып болеман дейін болды. Хотите сказать, психология не воспринимает «нет»? И ха. Если ха. Нужно да, отправлять только вот позитивные. Шукимдур агарде поянда бугун илком. Позитивные волны энергии. Едем дальше. По первой категории. Бринч категория бойче. Бугун голем? Нет, продолжаем. Специальная категория. Не будем томить. Почему? Потому что просто джекпот возрастает на следующий тираж. Вот в чем дело. Леген умедно сондырмаймыз, чынки бізді 2-3 категориялар болчы, қолыплар анықланады. Хозрайсы мақсус категория ойналады, 7-й бонус шары бор. Есть. 30. Стоп-машина. 30, 7-й шар под номером 30. Мы идем на свои места и дождемся. А пока доктор Ерматова нам расскажет что-нибудь новое. Из своих исследований, из своих умозаключений поделится с нами. Хороший, такой теплый, позитивный информацией. Болды, тайорман. Илхом, бір факт айтаман, малымот. Lottery News US, расми телеграм-каналы да. Козым чты, Австралияның Сидней шақырыда истықомат қылучы бір фуқаро. Лотереяда иштирок еткен, тиражны көргенде, кімдір джекпот соғыбы болгенде білген. Кейін есі, оны қыдырши өткенде біліп қолген. Қараса ки, о белгілеген рақамлар, өзіге тегішілі. Серьезно. Ха, о джекпот соғыбы ман деп, құрсант болы банкке борген, лекен ютықны ол алмаген. Нім үшін? Почему? Чүнкі, оша лотере билеті сонгеде өзілген телефон рақамыны, өзінің рақамыны, енді қандайдыр сабап білен, ноты оғыры өзіп қойген екен. Там это идет как фактор для сравнения, для сверки. Ха, дайым тәкірорлаймыз, шыны арсаны ілтимас кіламыз, тәкітлейміз, өз лотере билетлеріңізіні сонгеде телефон рақамыңізіні қата қылмастан кодлары білен анық тынық кіліп өзін, ба, о рақамлар ішіліп түрәдіген болсын, чүнкі қолып болсаңіз, айнан манышы телефон рақамларге СМС келеді. Это лучшая интеграция рекламы телеграм-канала Народного банка, дорогие друзья, подписывайтесь, вот здесь адреса. Камол, это было гениально. А мы напоминаем, что вы можете приобрести билеты во всех филиалах Народного банка, а также в системе Успайнет. Можно сыграть, испытать свою удачу. Долго-долго мы ждем. Значит, у нас, дай бог, будет много победителей. Их будет много. Да. И стук каблуков, как всегда, мы рады приветствовать вас еще раз, потому что вы нам несете хорошие вести. Кәлтті рахмат, күттірмейміз телетамашабилларны. Мақсус категория бойчы бүгін ғолып йоқ. Нет выигрышных комбинаций в специальной категории. Мы идем далее. Количество выигрышных комбинаций по третьей категории 681. Сумма выигрыша на одну комбинацию 88850 сумм. Так, родля мейманы, экранды көріп тұрыпсыз. Екінші категория бойынша есі ютқылы комбинациялар соны 30 битті. Битті комбинация үшін ютық мұқтары 1 097 907 сомны ташкил қылды. Джекпот хақыды біламыз. Да, по первой категории все понятно. А это говорит о чем? О том, что еще раз повторю, джекпот возрастает до 217 063 700 сумм, дорогие друзья. Вот такой у нас джекпот на следующий тираж. Кенги 244-й ютқылар тиражы үшін джекпот суммасыны Халықбанкы 217 063 700 сумм деп элан қылады. Мақсус категорияда еса. Да. Кенги тиражда Түркияге 2 кишілік сайоқлик юлламасы ойналады. Путевка в Турцию на двоих, дорогие друзья. Мазаклы дамал кишілік ойнаты бар. Испытайте ее. И мы обращаемся к Якуб Джон Доблатбоевичу. Есть ли претензии по проведению розыгрыша? Ойын лотереялар фаолиятын тәртіпке салу үшін меъёрий хүджетлер, талаплар асосида өткізілді, эътирозлар йоқ. Катта рахмат, Якубжон Давлатбоевич. Біз есе бүгінгі ғолибларымызны яна бір бар юректен табриклеймиз. Өзіңізні ихтиёт қилинг, саломатлигингізге эътиборли бўлинг, доим хурсанд бўлинг, омад сиз томонда бўлсин. Кейінгі тиражларда кўрышгунча хайрлашамиз. Да, дорогие друзья, берегите себя, получайте вот отсюда тепло, это все вам, примите к себе. Пусть у вас будет уют, пусть у вас будет радость и здоровье, пусть они будут сопутствовать вам всю вашу жизнь. Увидимся. Саламат будем.